Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал кадры со своего музыкального выступления, на котором он презентовал новую композицию под названием «Про интрижку». В поэтической форме супруг Кристины Асмус, меняя голоса с мужского на женские наоборот, разыграл юмористическую сценку. Шоумен сам сочинил песни про решительного мужчину и сомневающуюся девушку. Главные герои знакомятся, пьют вино, а свой вечер решают продолжить в более уединенной обстановке. Не обошел стороной Гарик и интимные аспекты взаимоотношений. Вы спросите, наверное, а что это за песня? И кого я показал так? Ну я даже не знаю, я честно сомневаюсь, возможно, Богомолов и Собчак. Подметил Харламов в последнем куплете, не оставшись в стороне от обсуждения личной жизни Ксении Анатольевны. Сама телеведущая, к слову, пока никак не отреагировала на юмористическую постановку резидента Comedy Club. Однако в комментариях под свежим постом юмориста уже успели высказаться Михаил Галустян, Павел Деревянко и многие другие. Оценили поэтический слог Гарика Семен Слепаков, Оскар Кучера, Илья Ковальчук и Алексей Макаров, воспользовавшись смайлами. Истерика. Пошло в народ, однозначно, прокомментировал выступление Харламова Михаил Галустян. Гарик, это смешно и талантливо, чертовски крут ты, брат, отметил Деревянко. Напомним, что ранее Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о своем разрыве.